Всем привет-привет! У нас сегодня в гостях Эльвира. Мы будем делать маску, но прежде чем маску делать, мы делаем ванночку. Из чего ванночка? У нас из ромашки. Ну, туда капнем еще эфирные масла и все по ходу вам покажем. Тут у нас отвар варится ромашковый. Сюда еще пойдет другой, но я ее предварительно приготовила, но скажу, что туда входит, когда приготовится вот это. Вода, ромашка, больше ничего. Тут у нас тоже отвар. В состав входит вода, лаврушка, бадьян и гвоздика. Он уже холодный, то есть будем смешивать. Я это предварительно наливаю в миску, где будут у нас ручки. И сейчас тут тоже доготовится и добавим туда. Процедим наш отвар через сито. Аккуратно. Не забывайте, что он горячий. Так, капельку выжимаем. Горячий. Проверяйте пальчиком вашим, только аккуратно. То есть сбоку слегка вот трогайте. То есть вы почувствуете, горячий или не горячий. Ну, аккуратно опять-таки повторяю. Сейчас я это разбавлю холодной водой, чтобы температура была комфортная для рук. Наливаю чуть-чуть, пальчиком проверяю, опять-таки, руки не должны обжигаться, но должны париться. Вот я спокойно пальцем прохожу, то есть нормально. Сюда капаю я несколько капель эфирных масел, это у меня авокадо. Сколько пошел? 3. Пусть 4. И 5. Будет, да? И еще несколько капель. Но это на ваше усмотрение, если вы хотите. Масло на руле. Чуть-чуть этого. Все хорошенько перемешиваем и опускаем наши ручки модельные вот сюда, вот так. Угу. Положи аккуратно оба. Оба пусти туда, есть. Как тебе удобно будет, а я буду ее их это, поливать. Нам нужен желток, мед. Все соединяем. То есть у каждой хозяйки найдутся эти компоненты дома. Миндальное масло. И в эту же смесь я отправлю чуть-чуть миндального масла. Пошел? Угу. Где-то с пол чайной ложки, может чуть меньше. Закрываем. Капнем еще авокадо еще раз. Маслом кашу не испортишь, и руки тоже. Капает. 4. Так, все тщательно перемешиваем. У меня мед чуть-чуть такой густой. Настоящий. А ручки тем временем ванночку принимают. Давай я одни, клади руки сюда и промакиваем. Промакиваем. Побиваем. И теперь оставим полотенчика тут же. Клади руки. Ну, на ручки уже мягкие, шелковистые. Ну, чувствуешь? Скажи что-нибудь. Какие ощущения у тебя? Прелестно. Теперь у нас тут масочка готова. Ну, перчатки нет. Ничего, мы оденем вот такие пакетики. Все хорошо смешано. Он вот такой жидкий, да, получается? Не совсем. Кисточку берем. И наносим хорошенько со всех сторон. Обильно. Ну, не обязательно, чтобы текло. Так.
вернее. Так. Ну, когда сами себе можете ручкой, то есть. Угу, поверни еще. Так, везде нанесла. Так, между пальчиками. То есть старайтесь везде нанести. Тем временем. Так. Попадаю. Да, вроде как. И кладем. Угу. И будет лучший эффект. Давай свою вторую ручку. Так, давай. Угу. Маску в сторонку. Так, сдержим. Сейчас мы вот этой полотенчиком укроем, чтобы луч был. Так, подними чуть-чуть угу. руки. Сейчас. И хоп. Пока модель сидит, мы сделаем что-нибудь вкусненькое покушать. Тесто у нас обычное. Так. Гостей надо угощать, баловать, хорошо баловать. Нужно приготовить что-то необычное. А наш гость не ел ни разу лепешку с начинкой. Значит, будем делать. То есть чуду? Можно, как хочешь, так и называй. Чуду, лепешка. Ну, слово чуду проникло в наши регионы. Уже не секрет, что сюда это еда. Сюда входит сыр, обычный российский сыр. Сюда входит шпинат. Шпинат или щавель? Щавель. Щавель. И сюда входит свекольная ботва. Зеленый лук. И все. Соль. Больше ничего. Положили чуть-чуть начинку, раскатали тесто. Тесто обычная мука, вода, соль и ваши ручки. Закрываем другой стороной. Сверху чуть-чуть. Распределяем, пузырьки убираем. И что мы делаем? Вот, как бы пощипываем. То есть, закрепляем концы. И все. Тем временем сковородка должна у вас греться. Специально эта тонкая, как блинница у меня, только большого размера. Угу. Там готовлю. Так-с. Ручки пропитались. Сейчас мы пойдем умоем. То есть человек помоет руки, и мы покажем результат. Ну и потом кушать будем. Вот наши ручки мягкие. Ну, Элька, ты сама тоже можешь сказать. Это люди что, у меня приятные самые ощущения. Я отдохнула. А меня ручки помассировали. Сейчас еще и пообедаю. Я только за.